еще назвать-то? Это да. Сейчас будет. Чуть не нажал, короче, это, перевыбрать. Чуть не репикнул. Мне, кстати, нравится это ник у Некро. Нормально. Некро. У нас есть лесник. У них есть СФ, а вот это вот мне не кайф, конечно. Чё это такое сверху за дерьмо? Set you wager. Убери! Как убрать это? У меня нет компендиумов. Как мне это убрать? А у меня нету. А, не, есть. Ёба. Фу, бля, чё за хуйня? Неприятно, да? Вообще максимально неприятно. Так, стоп. Чё ты... А сейчас один вард, да, можно уже? Охуенно. Ну, один у меня есть. О, ты это, ты кресты мне будешь давать. А, там некро, да, я купил еще себе. А я-то что-то купил. Один он мне дал вард. Как мне убрать это дерьмо теперь сверху? У меня же нет компендиума, если не хочу, это вообще... Короче, надо потом посмотреть, это как-то в консоли убирается, я уверен. Это как та чебурашка, которая тебе не нравится, да? Которая прокликивается. А, это да. Тот негр, который чейндж-лог не читал. Я понял. Я, значит, на хардлайн пошел, ну его нахуй. Суппорти там. А, или у нас на хардлайне... А, ты же мид, значит? Найс, я мид без маны. Потому что меня... А, еще и пуш меня хукнул. Ну, вот это вот уже я вижу, вот эту доту. Ну, хорошо, у меня шейкер на рандоме. Я сейчас ботл куплю вообще very fast'ом. Да за руну вот это, драться на этой. Баунти я что-то заметил. Это вообще уже только, блядь, себе в убыток, блядь, становится. Да не. Кто там пизды дают, блядь. Да я вот, блядь, ну как нет. Я на стриме профессионалов там смотрю, они там постоянно пизды получают, блядь. Ну мне если бы там пришел кто-нибудь еще, какой-нибудь Earth Spirit бы пришел на баунти, мы бы выиграли драку за руну. Или что, негр? А, я понял. Все-таки читал очень жлоб, да? Или они, блядь, даем с этим ёбком в скайпе? Я, наверное, реюзну, да, Куру? У меня там ботл все же. Знаете ли, против сефа без батла. Это что за глиф? Охуенный. Сеп. Это точно не я. Серьезней разор. Разор. Ну что вот у разора там? Блять, тролли, которые хилят, они такие пидорские. Угу. Я почти СФ убил только что в миде. Чуть-чуть не хватило. Это чё тут за нахуяся? Нахуяся. Но это фит. Иди ты нахуй. Алло, братан. Заберите на боте руну. Заберите на боте руну, пожалуйста. Пожалуйста. Не понял, это куратом с ботлом идет по аджику? Хули он мигает. Уже нет на линии, вообще плавал. Верил, ух, хп опять я сошел. У меня сапог, я бы убил.
К сожалению, сапога нет. Вот такой вот грейв. Мы тебе пизда, так что идите нахуй. Ха, кура это убили, да ну нахуй опытали. Тупые. Ботиночки не забывай. Эсэфчик до базы, наверное, пошел. Потому что very low. Все хуёво у него. Да? Ну ебать ты, братан. А, ну вот, ему батл подъехал, сейчас у него получше все будет чуть-чуть. Выбьем его. Выбьем его. Заходи, заходи туда, заходи туда, я же поддержу Фиссуриной. А почему нет? Почему нет? Алло! Алло! Я понял, я понял. Вы двое можете забыть вообще, что я играю с вами в игре. Да они дауны вообще, я не знаю, тотальные просто. Я пришел на хосте, могли убивать спокойно. Там третий левел огармак, третий левел вообще. Ну, конечно, я ушел, блядь, СФ, конечно, сразу. Ну вот запомни, да, я вот сейчас к вам сходил, да, и за это время СФ, если что, получил чуть-чуть фарма. Тебе плохо слышно, как и меня, наверное. Ясно, мут. Не, он пиздобол. Тебя нормально слышно. Идем еще, конечно, чтобы там разорвать под туром. Ну ты, братик, на разоре уже заебал куру рьюзать, если честно. Без обид. Да он конченый. Ну все, блядь, слушай, на, и это тоже, блядь, разматывай. Забайченый изи. Да, зла не третий. А шо, можно мне куру как-то вообще заполучить, да, в этой игре? А, нет, хорошо. Хорошо, я запомнил чего. Без проблем. О, заебись, апнули. Я подумал, мне надо было. Блять, здесь тоже доебались, блядь. Что-то не надо, блядь. И здесь, короче, Эрспирит, но это просто, это похороны. Я не знаю, такого дауна не видел. Сука. Грейв не успел дать. Чем они приходили на мид? Чё, Косян, заобузим? Батл? Сейчас, сейчас. 5 сек. Все, давай, 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 давай. Ну что, ебать его? Или у него варды? Да, я к нему близко не подберусь, быстро, видишь? У меня даггера еще нет, к сожалению. А так, Poison знаю. Poison есть? Poison есть. Все, ебем его. Забайчен, изи, блин. Чехол, ты без хуйни. Да не-не-не, он до тебя не дойдет. У меня еще 6 стиков, если че. Хули надо, блин.
Да ладно. Не-не-не, ребят. Хули, блядь, собрались. Запаечен, изи. Чё-то ты сильно играешь. Знаю, Костян. А я живу, у меня еще стики. Ну, ещё земель, один. Как всегда, ничем, блядь. А, не слушай, нихуя себе, что творит. И тут я сейчас. Верим, мало хп у него. И тут я сейчас, оп, на тик. Куда ты собрался? Ну, здесь, правда, ко мне пришли за Кайлили, ну ладно. Не-не, нормально, в целом подрались. Блять, он видел Куджа там, блять, и он все равно на куб пересел. А блядь. Там Паджик на хосте ко мне пришел. Так он, короче, прикинь, вот здесь Паджика видел. Да я видел, меня же Паджик убили с Сефом. Сеф что, даблкил получил, да, ведь? Смотри, Мансы, блять, этот парень сильно катает. Бля, вот это вот вообще. Вот трипл килла Сефу, это... Максимально плохо вообще. Чё, Костян, СФ повторяем в смыке? У меня ульты не будет. Ну нам-то похуй. Чё, давай лечу. Обузим. Я положил, возьми, прям под тобой лежит. Найс. Я без ульты буду, но с фиссуриной. Подожди, я бы руну забрал, слышь, на 10-й, давай, вдруг хорошая будет. И плюс я левел. Давай, веди на меня. А, все. Блядь, тут проебал. Он же размахнулся. Сука, мне еще твои какие-то уебки в скайпе добавляют, идите нахуй, блядь. Там Паджик же мне не дотянет. Что-то их там это много, да, было? Да он же, да, блядь, не конченый. Вот пока уебали там. Я даггер хочу, Вэри сильно хочу дофармить даггера. Мне не очень нравится фит СФа. Он за 3 минуты сделал 5 киллов. Ну я понял, ребят, ну неплохо, если делает за 3 минуты 5 киллов, найс. Сори, что не отфармил, за 5 минут 3 киллов. Но с ДДшкой я бы разъебал кого-нибудь. Ну на самом деле Лотарысов это трэш. Конечно круто, да, он там может один раз убить кого-то с ульты так. Может даже два, но... Есть лимит ТП? Не, у меня нету. Ебать! Я комментер спирит просто. Чё, охуенный? Да. Это я не знаю, это комментер спирит. Ну чё он сделал? Забей, потом увидишь, ты просто... Я потом... Ты посмотришь потом повтор, ты просто... Обоссышься. Да ну нахуй типа повторюсь. Васян, я такое сам пересмотрю. Даже. Это комментар спирит просто. Давай, разок пропушивай. Блять, я уже все, я уже похоронил себя, если честно. А, ну тогда понятно. Блять, акулу-то включи, ебать. Надо помочь распириту. Вот, натуре. Там, кстати, кто-то в лотар ушел. Да, так а лотар только у одного героя. Мой персонаж на этой карте. Блять, да вы чё, смеетесь, СФ? Он сейчас вас там все. Тебе надо было не крылит и хилить. Вы. Он 12-й, алло! А мне вот так вот до даггера как бы. А он 12-й левел, и у него лотар там. Я хз, разор, может, нам поможет чуть-чуть там? На мека вообще нужна была на разоре, я не знаю почему. А, ну у нас распири сделает. Ладно, похуй, хотя бы распири сделает. Блять, этот лотар такой юзлес, нахуй. А он еще и 12 левел, пиздец, просто его нафидели, блядь. Нахуй, я пошел вот эту линию фармить.
Я пока даггер не нафармлю, не уйду вообще нахуй никуда. Я юзлис без даггера сейчас. Когда там есть клокверк, есть пуч. Из... Братик, ну давай уебем, блядь. Блядь, ну ты будешь камнями попадать, блядь, какой. Ну, блядь, конечно, он пушок там, блядь, сделает. О, там лотер опять, кажись. Все, пизда. Да, уходите, уходите там, конечно. Сука, почему они все время в том месте, где я? Где СФ? О, там клокверк с обраткой. Косян, ну короче, фарми там тут, блядь, 5 человек. Так я говорю, я даггер вот сейчас прямо куплю. Ну просто видишь тоже, я не знаю, СФ это сноуболить этот. Трэш. Команда 5-5 ебаных уёбков, блядь. Вот раку. Да. Ну когда я у Сефа 12 левел, у меня 9. Драка так себе. У Буча даггер, ну вот типа, чтобы ты понимал, у меня такой же фарм, как у... Пошли на топе подерёмся. Мы уже подрались в миде. Блять, хули они там стоят, уёбки. Вы на эс деретесь? Я, наверное, подойду. Блять, ебаны вот. Стоят сзади, смотрят, блядь. Нихуя себе. Я говорю, он сильно играет. Вот опять я только на мид перетянулся, они опять, блядь, 4 человека здесь. Там, блядь. Такие, блядь, пиздец, блядь. Должен байтить тот, кого дальше всех будут убивать. Дальше всех будут убивать Разора. Я не могу даггер сделать, не сбивая даггера. Постоянно. У вас сатир, блядь, вообще? Терминаторовский, что ли, блядь, или что-нибудь такое? Да, скорее всего, тролля. Да иди нахуй, блядь! Сколько пушки? Я заебался на хуке кататься. Кто вордов сейчас закупил? А ты выжил же? Я там минус сразу фиссурину дал. Ну вот, видишь, мы выиграли даже без эхо слэма. Драку. А, не сказал забузить? Да, что-то это... Да, я тоже... Нет, не смотрел даже в твою сторону. Короче, все, снизу надо экшен сейчас сделать. Тренадоминатор фейзы 9 левел. Я хочу получить 11, я не хочу с 6 левелом это ульдовать. Еще огры разведу на скилл. Тут трое снизу, четверо. Ну и пусть. Нам сейчас некуда агрессировать, лол. Я вот сейчас с 11, а вот сейчас уже можно поагрессировать. Блять, сэфы в пабликах, блять, сейчас каждый на них играет, каждый. Да можно убить их, лол. Но вот только они идут сейчас сами к нам. Вот они идут к миду. У тебя есть арканы? Да. Пошли, дай мне. Иду. Дай мне арканы. Или мы на вордах, блять. Там это. Они вдвоем. Вижен, наверное, потому что это. Вот ко мне, как-то они отходят. Потом, как огр ко мне идет, да, видишь, они ходят так. И я вот в миде стараюсь не высовываться. Я руну хочу еще. Сколько сейчас в паблике, блядь, все с вордами куда я буду. Там СС. А я даггер аут сделал. Не-не, с чего? Ничего в миде
Чё-то СФ, дурак. Слышь, а в миди нет желания их уебать? Он сейчас вон пуш, смотри, как подойдет, он сейчас так, причем, ну, он сейчас забинкуется. Арканы, да? Как это, как будет кулдаун. Куда я фим мид сейчас? Да кто-то поедет, я сразу фиссуру ей помогу. Там сейчас, кстати, на топе будет драка. Так что это. Даже если кто-то в лес поедет, мы убьем. Тут же раньше. Или собьем жралку, и у тебя крест есть. Все. Ну вот, гон идем. О, давай. А, он все. Сука, он без ботинка, блядь. Ну, конечно. Конечно, хоста. Конечно, это... Вот так-то я его... Не-не-не, он пройдет там через текстуру. У ёбка, у которого нет ботинка, блядь, хоста. Трэш, да, вот это вот? Вот, да, вот, да. Постоянно вот так не везет. Блядь, да иди нахуй с этими хуками, блядь. Ну, пиздец, блядь. Я уже это фиссуренный накидывал. Как мы, блядь, хукает, я вообще не понимаю. Сейчас, погоди, я квиккасты включу. Все, ready, go. Надо этого в миде дауна. Он на нас, правда, нет вижена. О, пересел там. Ну так лол, он цикло, видишь? Да. Типа меня бы сейчас распирит вытянул, ты бы еще крест дал, они бы еще умерли. Арканы? Будет. Так, 20-я руна. Я бот хочу руну забрать. Да там ему похороны. Если драка там будет, я перетянусь с ТП. Могу пешком через наш лес пойти, но я боюсь их в лесу встретить. Короля нет. Но можно давить вышку на самом деле. О, вот и вся арава. Я лечу с ТП, лечу с ТП. О, вот и вы. Отойдите там, сильно так. Там всяких похоронили. Блядь, жги его! Найс. Подрали всем плюсом. Я говорю, СФ у них useless даун. Он не умеет играть просто в доту. Не зависит от того, насколько... Что там должно произойти, чтобы он выиграл. Там вышку, нам там на вышку насрать. Тролль там. Что там эти уёбки какую-нибудь меку сделает? Так у этого дело скоро будет. Один Сашу я шуварю, другой Ю лапу. Распирита должна быть скоро, если... А, он вообще? Ну вообще вроде как да. Но у него что-то есть вроде, там хедреску. Да меку, наверное, тащит. Не меку? Тимека. Сейвить можно. Жаживо. Можно на самом деле, он же долго жить будет. Да-да-да, плюс арморыча. Будет фиссура, будет фиссура. А зачем он? Он не понимает то, что я его убью? Клокверк-то. Смотри. Дал, пацан. Что-то он походу не меку нихуя. Я не знаю, что он делает. Кто этот? А, ну он просто сверх хедреса еще блинмейлы собрал. Он что, пайп что ли? Может? ХЗ. Или ХЗ. Я супер ботинок.
меня нет ульты. Я свечу вам. Алло, будем кого ебать? Прям паджика. Угу. Там же с вардами еще. Монобуцы, дайте мне. Джаун в память. Ну пошлите, хули мы тут собрались. Можно мид пушить. Андрей, только СФ, чтоб под тебя не раскастовался. А то там я уже не смогу спасти. А все, под плюс армором они не будут драться. Все, и сразу на бот перетягиваемся под плюс арморочем. Где там здесь руны нам забрали в боте? Без разора, правда, будем драться. У тебя сколько ульт еще? Они в миде все. Все брейсеры делают, блять, что это сборки вообще у этого? Я не знаю. Это, блять, хедреска, блять, блейдмен. Но мы без разора будем драться, а не без клокверка, скорее всего, хотя у него есть ТП. Смотри сейчас SF, про СФ не забывайте. Охуенно я крест дал, да? Да. А ты-то, блядь, где? А я что, собственно, должен? Как у, помочь? Ну, там, сейф с БКБ. Сейчас увидишь, смотри. Музыку мне можно, пожалуйста, Васян? Ну да! Ну да! Ого, найс, еще и откинула. И как бы вот что я сейчас? Ну вот пужа уеби, ну. Хорошо. И фишуру, да. Не-не-не, я так тоже не смогу. Там СФ, когда в БКБ, знаешь, я не особо прыгун в него. А вот сейчас прыгун. Что, всё, только, мне, только мне маны. Мне маны нужно. Там этот на ТП не уйдет. Здесь тролль. Надо ебать тролля. СФ лотар просто прожал и все, и как бы... А если я просто лотар прожал, и я ему уже ничего не мог сделать. Так давай на этом, на характере, Костян. На характере? Идем. Сентри вард готова. У меня КД ульт, но и маны мало. Дайте аркан бутсу. Так нам нужен вижен, чтобы... Арканы, сюда иди. А, у нас синтря здесь стоит, если что. Да-да, нафиг под арканами. Давай ульту, подойди сюда. Там мистер тролль. С ДД был тролль. Да, блядь, похуй вообще на это. Да, давай, я не против. Ну, так у меня ульты нет. Но мы с разором. А у разора, как бы, он сильнее сейчас их всех героев на этой минуте. Пуш пушит мид, пуш без ТП. Пуш без ТП. А это я въебал ее. У меня травела летели, короче, и это. Там тролль с ДДшкой подрезал. СФ. Блять, я не захилил какого-то, и этого не захилил. Мне надо уходить здесь. Давай, ну вот этого, Костян! Давай, тролля! Ну нормально. В смысле тролля этого, в смысле, ну ты понял, СФа. Ну я прыгнул, поддержал как бы, ну, а дальше дело тех. Я даже экспы вроде отхватил, да? А пуч фармит, ну фарми, блять, уёбок. Ты же в лите вытащишь, блядь, с ником дотер, блядь. Снайпер, блядь. О, тролль-то. Где мы сейчас башню?
хули он там крипас, крипас. Ой. Он что, охуел? Ну-ка вот в ней ему, блядь. Да, смотри, у него дагер есть, но я читаю таких парней. Так, смотри. Так. Загадочно. Загадочная ситуация. А, руну, руну забрал. Видимо, это. Это моя или твоя? Мне кажется, я пизды туча получу. Мне пойдем со мной в их лес. Ты мне аркан бутсу прожмешь, и мы убьем. Пошли. Ну не, там разор. Разор не включил БКБ просто. Дай мне аркан бутсу, подожди. Он еще вылетел, блядь. Сейчас, подожди, подожди, не пались, пожалуйста, не палитесь, да, пожалуйста. Сейчас, сейчас СФ отъедет. Ну, пожалуйста. Ну, ну, ну зачем? Вот зачем? Вот посмотри. Ты их не син 3, уебок. А у меня. А ты, блядь, у Сультой в него не прыгнул. Там же крипасы, блядь. Чего еще раз? Сультой не прыгнул, там же крипасы вон стоят. Заебись бы вошло его. Я бы его убил в одного сейчас вообще. Неважно, там лотары. Не лотары, да он умер, все равно, конечно, но это. Типа, если бы сейчас распилить не спалился, мы просто сэкономили бы сентри. Лучше сам, говорит, выйди, блядь. У него там успит, наверное, он сейчас на горку. Не-не-не-не-нет. Он встанет сейчас, скорее всего. А как он встанет, не встанет, блядь? Ну... Дай! Найс, найс, найс. Же я ебошу. Да, ты ебошишь, но, блядь, это... Ебо... Ну, да. Ты, ну ты вообще видишь вот это вот... Так ты там танцевал там под ключником, Костян. Ну, найс, пауза, конечно, вообще я вовремя. Танцевал под ключником, ебать. Чисто, пиздец. Как-то это Таунасов не выиграет эту игру, я не допущу этого. Пустишь? Нет, я не допущу. Сука, я, короче, до стыгру идёт он нахуй, блядь. Заебал. Там еще и вся команда была этих уёбков, блядь. Как они там все оказались, я не знаю. Все зря выебывается, он проиграет эту игру. Я как пахом, ясновидящий. Что там за сборка в этого эшпирита дальше по плану? Барабаны, блядь. Ты посмотри, что скоро у меня будет. Там пойдет уже игра. Ну, да. Если в скайпе не зайдет, мамка выиграет. Фокум разговоры. Наконец-то. Я сейчас смотрю, вообще у всех проблемы с подключением. Да эти валовские сервера, это кто-то не надо. Мне 600 клокер с батареей надо. Ну, тупо батареи вот эти. Так это пизда. Я после кристаллиса возьму БКБ и все. Мы их похороним. Паджик с гемом. О, так Паджик с гемом! Паджик-то у нас это... Он похоронный, он как бы может умереть легко довольно. Еще вот мне клокер не нравится, блядь, с ебучими батарейками, потому что скиллы с анимацией у меня. Либо у меня без анимации, как у Рубика, блядь. Кто это сюда летит? Сейчас я заберу. А есть вообще Vision? А, ну здесь этот вон Vision. Восемьдесят секунд без байбека. Чё, Рошана, блядь? Да. Мы убьем, здесь центря, мы увидим, если они в лотаре будут заходить. Бейте, дай минус армор. А, есть, вал, да, а, все. Все, найс, бейте. Бейте, я вам помогу вот вторым скиллом. Но мне нельзя попасть под клокверка. Мы драку выиграем на Рошане. Срать, это срать вообще. Они не будут даже драться. Там Паджик с Геом ломает, правда, все нам. Нужно быстро взять Егис этому. Так, видите клоферка уже? Сейчас будет залетать. Сейчас будет залетать. Я знаешь, как сделаю сейчас? Ну все, убить не надо.
Сибирь укатился. Он еще и меня унес. Смотри, сейчас нужно... Кто Аеги взял? Какой тайминг? Никто не записал? Короче, примерно 36... Какие 36? 5 минут Аегис действует. На 36 минуте примерно дроп. Самый грязный. Я сейчас самого грязного устрою, короче. И я не дам этому выиграть игру им. Я не дам. У меня как бы сейчас полностью шкала заполнена. Смотри. Мы сейчас можем заходить в хайграунд на самом деле. Твоим ультом, мека, досты в центре есть. Правда, линии остальные пушатся. У нас без огонима этот, а у нас Сенса Егисом так-то. Так-то похер он может, и он убьет, у него 10 секунд БКБ должно быть, да? 10 секунд. Давай, арканы. Нахуй он тут центри поставил? Ну, хотя ладно. Всякий случай. Я жду, когда они там будут рядом с крипасами, и я прыгну. Но меня сразу нужно вытягивать из-под прыжка, на самом деле. Так, топ пушится, там похер. Смотри, я когда прыгну, ты мне должен сразу... Вы начинаете драться, там разор разлетает, но ты меня должен вытянуть, чтобы я дальше смог хотя бы скиллы кидать. Я вытянуть? Ты про чё, блядь? Я вообще чат говорю сейчас. Иначе мне не даст Clockwork скастовать просто ничего. Ну, блядь, заходите, кто-то бейте, блядь. Чё, да, там вот идёт? Где разор, блядь, Саега? Хули он, блядь? Ну я не знаю, разор так боится, как будто. Разор, ты можешь посмелее. У нас есть ульдазл, мы должны заходить, и ты должен первый идти. У тебя БКБ, Егис 10 секунд. Все. У тебя все есть. У нас есть некролит, дазл, эрспирит сзади, и я еще. Там 6 секунд БКБ. Блядь, да ты охуел. Я посейвлю. Найс. Костян, как же я ебошу? Как же ты играешь, а? Действительно. Мне пизды дают. А сейчас мы им дадим на развороте. Какая фиссура? Какая фиссура? Надо... Все, это только Егис. Все. Поехали бить, ломать. Все, заходим. Да. Костян! Блядь, я обосрался. Может отойдем, там тролль бэбэк. Да похуй на него. Давай, без ключника можно. Там БКБ кулдаун, и там 5 секунд БКБ будет у СФ. У меня только маны бы раздал кто. Бля, что? Не работает на товара без огонима, если что. Ебать, а у меня маны нету на грейв, Костян! Я его сейвлю. А у меня маны-то вообще нету. Так, смотри, сейчас по центру я сыграю. Ну давай, ну, электрик, ну. И пизды. У меня нету маны. О, как же Пуджик сыграл. Да не, мы все равно максимум сделали хорошо, как могли. Если бы у тебя еще была мана на грейфон. А там все, там БКБ нулевые у СФа. Ну давай в него ульт, блядь, Василий. Бежишь, блядь, хоть. Может ульт типа аута там когда-то. Не, на самом деле он его сейчас раскатит еще и... Только не в Bloodmail, я тебя молю. Ради всего святого. Я просто не знаю, что сказать по этому поводу. Он что, ебанул вот... в этот? Да, он я... У него причем было времени посмотреть на то, что там Bloodmail это... А что у меня он... в кармане 4 ТП-шки, что за хуйня? Посмотри, там сколько, пол ХП? Это... Ну мы следующего Рошана убьем. Там разор скади делает, конечно, сделал бы огоним рефрешер, мы бы уже выиграли эту игру, но... Так вот, надо расставить сейчас варды.
Купи, я даже могу купить, если хочешь. И пойдем вместе расставим. Если что, еще кого-нибудь выбьем по дороге. Так сука, там гем, блядь, уёбка. А мы не выбили, да, до сих пор? Нахуй он куру переюзывает? А, пуджик же ничего не это. Сука, как горит, блядь, от таких. Вот, она уже на Т3, блядь, довезла почти. Вот, блядь, надо переюзить, а? Хули у него там, блядь, рецепт на барабаны, блядь. Пиздец, блядь. Косян, ты пешка тут? Ладно, у меня будет плохо вообще. Вот один, блядь, уёбок, дежурный, блядь. Хули дежуришь тут, блядь? СФ там, блядь. СФ скади. Какая-то крипов там есть, блядь. СФ скади. Нам нужен один вард вот сюда. Потому что мы по этой линии должны убивать. Они сейчас фармят только их лес. Они в наш лес пошли. Можно их принять в нашем лесу. В нашем лесу это драка на нашей территории. А, ну не кролит, ясно, у нас. Вот, блядь, ну вот, надо поспасать, помогать. Все, пизда, блядь, гема там даун. Гем, там гемыч, там гемыч. Гема даун, блядь, собака. Забери, забирай. Все, найс. Сюда варта, сюда. Есть мана буцы. Не надо, не прожимай, я с батла топьюсь. Все, СФ наш. Все, блядь, приехал. Нас через БКВ, правда, ТП нечем сбить. Да похуй вообще. Он не выйдет, может не выйти из стана сейчас. Блядь, под... А я не вижу. А ты видел когда-нибудь царские фиссуры? Ну. Хорошо. По таймингу, а? Как БКБ когда закончилось? Вообще суть была в том, что я его перекрывал, но и то, что в тайминг попало. Сейчас надо пушить нам эту линию. Я говорю, СФ нулевый у них. Найс, бэкдор. Не хватает золота, наверное, искать. Слепал. Да пусть нам уже и не нужен. Мы гем у него выбили. Можем поразводить, попробовать. Там, правда, байбек-то. Можно на байбек попробовать? Все, все можно отсудить. Можно драться, если у вас есть у всех БКБ. Ну куда он, блин? Вот нахуй, нахуй. Тихо. Засейвим его, если что. Все, сейчас. Блять, идите, бейте нахуй. Ебаный резерв. Сэф так-то сильно может ударить по лицу. Так, у нас что есть? Да у нас по сути все есть, да. У Разора есть слот. Можно драться. Я могу начать, но мне тогда сразу должен хил, там всевозможные, но грей в конце. Ну, хуй знает. Всё, да. Я в лотаре. Там найс. Деритесь, я с байбека на травлах лечу. А, как тебе такая фиссура, а? Давай, все, с руки его. Байбека нету, мразь. Все, ломаем. Что он здесь там делает? Можем только на кухню пересесть, пожалуйста. Какой назад, блядь? Вот вышку бей, иди. Зачем назад? Блядь, некому летел, блядь, конечно. Надо Пуджай выебать, он вообще не прав по себе. Надо вышку переагрить вам, он. Все, блядь, пизанул, да, собак.
пулю выйдет. Блять, некор ушел. Все, бэк. Сейчас уходим. Показывал царские фиссуры? Нормально. Костян, мне пизда, Костян! Ну, сори. О, нормально он влетел. Слышал, да? Все, я уебал, мне похуй. А так ты с гемом, с гемычем. Я только я поэтому и оставался здесь. Хорошо сыграно. Ну, блядь, пошлите, пошлите, Рошана заебали. Ну, блядь. Ну, ну и куда ушли, блядь? Заеду бить Рошана, у меня даже слот под Эгис есть. Давай вдвоем его убьем. Сука, ебучий разор, блядь. Захиливай, там же физ. Дай плюс, плюс армор еще нам с ульты. С патрульного ты не могу, сейчас фиганешь, что ли? Все-таки я не хочу. Да все они, блядь, пустые. Лайф и сука, понимаешь? Все, они не зайдут дальше. Коста, все, и поехали, и поехали. Да поехали, поехали. Да, блять. Далеко поехал? Да. Так. А он же чё? А куда? А ну-ка, бутербродер, бутербродом. Ой, бутер, бутер согран. Нормально. Ох, лично. Жрять, жри его. Фиссура на миллион. Катка нахуй. Гнобили, да. Гнобили там в начале. Да не, они не гнобили даже, у нас пик лучше, если честно. У них, им вот, чтобы выиграть, им нужно каждому БКБ не меньше, ну, секунд 8. А, как бы... Сейчас раздоров уштав не вперёд, не ещё. Сейчас, смотри, сейчас. Сейчас, сейчас, сейчас. Смотри, оп. Опа. Капа. Я фурстафнулся не туда. Костян. Ничего страшного. Давай иди сюда. Сейчас сапоги прожмешь, да в новый бой. Ну нахуй он арканы прожал, ну он чё, уёбок. Кто в ВКонтакте написал? Терманы нету, блядь. Я вместо R по пятерке кликнул на клавиатуре. Шейфер. У тебя Его? Да, я знаю. Я знаю. Ну так давай. Так вот, видите? Так давай. Я смотрю, можно музыку мне? Знаешь, как Symphony of Skills? Ту-д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 у. Ту-д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 у. Я буду драться до конца. Чисто бог. Все, блядь, бог, подливай нахуй. Ну! Ну! Смотри, стики, стики на миллион! Фиссура, застанет башню! Сделай дагераут! Продать лотар, чтобы тычка не нанеслась! Вот это хок! Там немного для него, но он как бы сожрет. Это, блядь, кто? Про
типа наш. Смотри, смотри, показываю, вот просто смотри. Как должны были Китай играть? Как должны были. Так, как сейчас Нека сыграл, блин. Смотри. Вай? Мы не пустим СФ домой, опа! Не пустим домой СФ. Опа, хули. Что такое? Я... Мама домой не пускает! Сука! Лотаром за тот же пульт! Не тот же за Лотаром мульт, если что. Домой, видел, его не пускали? Смотри, смотри, покажу тебе сейчас, как исполняется техника шейкера с даггером. Мне кажется, кто-то нахуй пересадит. Ну, во-первых, нужно добить вышку. Раз. Смотри. Ну чё, всё, образцовый... давай под фонтан залетаем? Не-не, я шейкер, а не бристлбэк там с шестью этими батерфляями. Я ульт на уёбка кидаю, что ли? Сейчас надо сделать так, чтобы... Всё, домой не пускаем! Всё, не, я их не выпускаю из дома! Что такое? Смотри, его тоже домой не пускают! Оп, ограф урстафнул! Чисто изи, блядь. Ты ж у него гадлайк. Что такое? Домой не пускают? А у нас слей заебал. Да там домой не пускают просто. Не, ну ты видел, как этого не пустили домой тролля сейчас? Там, блядь, всю семью не пустили. ШБ, БКБ и доминатор. Потратить монеты, а у меня их и нет монет. Где мне их взять? Ладно, go next. Там Даня просился. Давай поехали с Даней. Мы одно выиграли уже, так что. Блядь. Но я тебе говорил, мы не проиграем. Я вот тебе в начале игры еще сказал, что мы не проиграем. А, вот. Suggest. Пожалуйста, вон МРФ. МРФ. Так, блядь, где Романович-то? Сука, его нету. Может, домой не пускают. Ну я инвайтнул этого челика. Так, где он? Пускай ты монет. Может, тут или домой не выпускаю. Так же мама подошла, положила, короче, кирпичи. Кто-то такой катает на 6200, что приказ смотрит. Ну что, где? Какой-то Влад на Абадоне. 2.13 Влад на Абадоне, 6К, здравствуйте. Это кто, блядь? Не знаю. То есть у меня до сих пор этот Glimmerscape, он не апается вообще. Найс, чел, короче, сейчас играет, да? 6700, да? На. 3388 уровень компендиума. Псих, что ли? Это я не знаю, у меня квартира, наверное, столько стоит, сколько у него хуйнюшка это в доте. Сейчас приду. А, он Данич, а хавает, ясно. Чё, Данич? Хавает, может, не знаю, запускать. Ну, сейчас я приду. Я не буду запускать, сейчас приду. Я буквально 30 секунд.
Все, я тут. Да не говорит через катку, так что запускай шарманку. А чё, Даня? Я запустил, да. Ну все. Здорово. Здорово. Так подожди, ты сейчас пойдешь, Даня? Играть или через игру? Нет, через катку. Жать, ждёт. Ладно, я пока отойду. Слышь, Костян? Да. Можешь пока в тиму вступить на сайте? Давай. Давай.